Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам покажу, как быстро отписаться в Ютубе от ненужных подписок. Я поискал различные источники, как в App Store, как на андроидах, в Play Market, не нашел ни одного приложения на быстрые отписки. Поэтому это делать приходится вручную. На ПК это очень неудобно, на iOS также нашел, но это опять же неудобно. Будет удобно на андроиде, расскажу почему. Вот зашли бы в ютубчик, жмете подписки, жмете все, жмете настройки, и вот здесь свайпом справа налево вы можете оттянуть и удалить, но это будет по одному, это будет неудобно, очень неудобно. Поэтому я покажу, как это делается на Android. Значит, смотрите, вот наше Android устройство. Зайдем в YouTube. Вот. Перейдем в ютубчик наш. И после того, как погрузится, также нажимаем на подписки. Все те же самые моменты. Жмем все. И также жмем на настроечки. Но здесь у нас какой момент получается? То, что мы можем выделять много свайпов справа налево, больше отписки будет идти, чем это на iOS устройстве. То есть на iOS устройстве мы заметили, мы можем один раз свайпать, отменять, второй раз жмем, она идет на отмену. Но здесь это получается очень классно, комфортно, удобно, и мы с большой скоростью сможем отменить наши ненужные подписки. Вот так вот это действует. Согласитесь со мной, это намного комфортнее то, что вы видели только что на iOS устройстве. Действительно печально, что нельзя такого сделать. Я не знаю, на каком это основании такое, но как сами можете заметить, оно есть. Оно есть, это неудобно, как бы некомфортно и тому подобное. Вот так вот мы сможем быстренько это все дело с вами сделать. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям об этом видео, об этом канале и прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Также не забывайте оставлять ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Может, вы знаете какие-то годные способы. Всем пока!